Эти материнские платы я заказывал для этих двух айфонов, iPhone 5, iPhone 4. Материнские платы пришли ко мне с AliExpress, даже в пластиковой коробочке. Отлично, вообще очень хорошо все запаковано. Это материнская плата для iPhone 4S, 16 гигабайт, обошлась мне в $12. Это материнская плата iPhone 5, 32 гигабайта, обошлась в $17. Менять я буду изначально на iPhone 5 плату, поэтому давайте ее поближе рассмотрим. Как по мне, все на месте, шлейфики на месте, никаких повреждений я не вижу. Вот здесь вот только я вижу, видите, такие запаянные места. Здесь они запаяны как-то по-другому. Возможно, в этом месте был какой-то ремонт. В этом телефоне материнская плата заблокирована на iCloud. У меня был только вариант заменить материнскую плату, хотя, возможно, она здесь вся рабочая. Просто нету возможности ее разблокировать. Поэтому я заказал с AliExpress разблокированную плату. Я ее просто заменю и телефоном буду пользоваться дальше. Мне, если честно, вообще не нравится состояние корпуса. Он очень грязный. Динамики полностью забиты пылью. Задний микрофон возле камеры тоже грязный. Кнопочки. Все очень грязное. Поэтому сейчас будем проводить детейлинг этому телефону. Разбираем его дальше. Некоторые детали я чистил в ультразвуковой ванночке. Все хорошо отмылось. Грязи нету. Видите, здесь тоже никакой грязи нету. Ну, в принципе, это вам и не нужно. Хотите мойте, хотите нет, мне все равно. Дальше. Переходим к плате. Плата iPhone 5 на 32 гигабайта. Сейчас мы ее установим. Я, конечно же, уверен, что вы даже ждете не видео по установке платы, а именно уже конечный результат. Будет ли она работать? И
Я уверен, что вас интересует, что же мы получаем с AliExpress Китая. Поэтому сейчас я ее установлю, запустим телефон и посмотрим, что же оно нам даст. Так, ну что ж, поехали. Включаем. Есть. Яблочко загорелось, это уже радует. Так, все на английском языке. Подождем, проверим сеть. Сеть увидел. Отлично. Все на английском языке. Память 28 гигабайт. Так и есть. Версия прошивки 10.3.4. Модель. Имей. Прошивка модема. Все есть. Давайте я сейчас немножечко его подзаряжу, хотя бы до 80%. И я думаю, попробуем сделать ему сброс настроек, посмотреть, не заблокирован ли он, не обманули ли нас китайцы. С момента замены платы прошло уже, наверное, месяца 3-4. Этим телефоном я пользовался во всех режимах, и как дополнительным телефоном, и как видеокамерой, и как фотокамерой. Очень много видео было снято на этот телефон. Я уже вышел со всех своих учетных записей, и теперь делаем сброс настроек. Сбросить все настройки. Контент и настройки. Наверное, стереть iPhone, да. Я его ни разу еще не стирал с момента установки платы, поэтому ждем. Сброс произошел. Если он сейчас пройдет первоначальную настройку, значит все нормально. Имей есть. Все. В общем, что я могу сказать по поводу этого телефона и замены платы в нем. Купил я плату на AliExpress. Плата полностью исправная. Все функции в телефоне работают. Из достоинств я бы отметил надежное качество связи, хорошее фото и видеозапись, отличное качество звука, отличные микрофоны. Единственный недостаток в этом телефоне — это, конечно же, аккумулятор. Он достаточно слабый, но тем не менее я его использовал зачастую с пауэрбанком, поэтому он мне в принципе послужил. Заменой платы я доволен. Вот и все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.